Несколько домов в кварталах А и Б в поселке Восточный находятся без отопления. Об этом местные жители опубликовали в социальной сети. По словам представителей ответственного учреждения, причиной этому является замена изношенных сетей. Обстоятельства проблемы выяснила съемочная группа нашего канала. На видеозаписи, распространенной в социальной сети, житель поселка рассказывает, что уже несколько дней мерзнет в холодной квартире. Ответственное учреждение выкопало трубу отопления и не предприняло никаких действий. На самом деле здесь еще не подано тепло 7-18-квартирным домам в кварталах А и Б. Жильцы просят быстрее разобраться с этой проблемой. Холодно дома очень. Хотелось бы, конечно же, в кратчайшие сроки получить отопление. Ну и вся проблема. Дома ходим одетые, спим одетые. Еще, конечно, у кого маленькие дети, тоже дополнительные проблемы, что им холодно. Ну, в целом и все. Пока трубы не замерзли. Из-за ветхости трубы, которая была проложена в конце 80-х, проведут ее реконструкцию. По словам представителей теплокоммунэнерго, причиной позднего начала ремонтных работ стала несвоевременная поставка необходимых материалов. Кроме того, дождливая погода, по-видимому, оказала негативное влияние. В данный момент нас ничего не держит. Ничего не держит. Техника есть, трубы есть, людей выделяют. День-два мы эти работы после, ну, где-то в четверг-пятницу закончим. Как только соединим все трубы, соединим, сразу будем запитывать теплоносителем систему. Утечек не будет, значит, сразу будем подавать в дома тепло и параллельно будем красить, изолировать и закрывать теплосеть. Сейчас работы ведутся активно. В рамках модернизации здесь идет замена теплосети протяжностью 400 метров. В ближайшие 1-2 дня население будет полностью охвачено теплом, заверили представители ответственного учреждения. Талшын Шакыртхан, Бердибек Карымбай, Ержан Макзумов, телеканал «Семей».